Добрый день. Сейчас мы сделаем пакет трейсер 11, ой, 16, 3, 1, 11. А последний пакет трейсер в этой главе. Итак, давайте начнем. Как видите, я уже тут немного открыл, разместил. А у нас этот пакет трейсер troubleshooting. Вы можете там, ну, вы должны делать пинги, то есть пинговать с одного ПК, другой, третий и так далее, их пинговать, понимать, где у вас пинг не проходит, и смотреть дефолт роуты. Здесь все проблемы в дефолт роутах. Смотреть дефолт роуты, здесь у вас есть таблица, по таблице сверять дефолт роуты и смотреть, где ошибки. Если вы все это сделали, но, например, что-то еще не решили, сейчас я покажу все решения и что тут не так. Итак, начинаем. На R2 прописываем show IP route, ну, вы можете не прописывать, я просто прописал, чтобы наглядно показать. На R1 смотрим, каким интерфейсом, какие IP. Смотрим, у нас на R1 порт Serial 000 IP 194. Опять-таки напоминаю, это не в нем проблема, потому что мы проблемы только в дефолт роутах. Значит, это точно правильный. Так, смотрим. 194. Смотрим R2. У нас есть путь к 31.1.0. Вот. Но написано, что через 198 должно проходить. А тут у нас 194. Понятно, что это неправильно. Давайте это исправим. Пишем no IP route. И вводим вот этот вот. Так, copy, paste. Не нажимайте Ctrl-C, иначе все собьется. Так, slash 25 у нас. 255, 128. Так, и... Через что? Copy, paste. Все. Мы скопировали полностью, потому что мы его удаляем. То есть, этот интерфейс. Секунду. Так. Все. Вводим. Все. Мы удалили этот IP route. Он больше... Его больше у нас нету. Теперь мы должны заменить его на правильный. Я просто нажал стрелочку вверх, чтобы было быстрее. Так, сразу заменяем на 194. Вот. И... Все остальное оставляем таким же. Все, вводим. Готово. Теперь мы видим, у нас 16% появилось. Мы исправили первую нашу проблему. Давайте тогда исправим сразу вторую. Вот я ее уже сразу вижу. Здесь у нас к 31.128, вот сюда, через 194. Понятное дело, это не так. Давайте откроем R3, посмотрим его. Так. Enable. Conf.t. IP, interface, brief. Ой, потому что я в конфиг. Brief. Do. Так, стоп. Ладно. Я уже забыл, как там. Exit. IP, interface, brief. Что ему не так? А, шоу, боже. Все. Извиняюсь. Так. Смотрим. Серийный порт 001. Это вот тут, кстати, можно. Options, Preferences, Always Show Port Labels. Открываем. Секунду, у меня пропал. А, куда у меня пропал? У меня все куда-то пропало. А, ну да, оно все закрылось. R1. Сюда. R2, сюда, и R3. Ай-яй, да захватись же ты. Все, наконец. Допустим, сюда. Все. Так, мы ввели show IP interface brief. Видим, что у нас здесь серийный 001, а к нему идет 198. А здесь у нас для доступа к этой сети указан как 194, то есть неправильный. Поэтому у нас пинги не проходят. Давайте сразу исправлять. Я тогда особо менять не буду. Сейчас я тогда два раза вверх. Все. Вернулись сюда. Здесь 194. Здесь у нас слэш 26. Это 192 тут. Так. 192. И здесь 128. 8. Все. Убираем этот IP route и сразу же стрелочка вверх меняем здесь на восьмерку. 198.
и убираем null. Все, мы исправили вторую проблему, 32 балла. Дальше. Дальше у нас опять R1, R2. Смотрим, только теперь по-другому делаем. На R2 do show IP interface brief. Смотрим здесь, а здесь на R1. Так, show IP route. Все. Сразу в конфиг заходим на R1, потому что в нем проблема. Итак, смотрим. Самый главный дефолт route здесь через 172.31, а 1.195. Так. А здесь, как видим, через 193 идет. Сейчас я это покажу. R2 у нас вот тут. То есть нам нужен доступ ко всей сети, если не получилось. И у нас серийный 000, вот этот вот порт, он 193. А R1 говорит, что ему для доступа нужен 195, что неправильно. Нам нужно поменять на 193. Пишем no IP route 192. Давайте я лучше копировать буду. А стоп, у нас же вот так вот. Вот так вот. И здесь 170. Ладно, скопируем. Быстрее, по-моему. Копим. Paste. И заменяем на троечку. Там. Так. Секунду, говорит, что no такого роута. Что-то неправильно ввел. No matching... А, стоп, ну да, я же заранее понял. Вот, 195 мы удаляем. Все. И теперь мы делаем 193. Запутался немного. Все. И добавляем 193. Вот, видим, у нас еще баллы добавились. Еще одну проблему мы решили. Так, дальше. Смотрим дальше R3. R3. Show IP route. Show IP route. Так, смотрим. Здесь один из них неправильный. Сто семьдесят два, тридцать один, один, ноль. Вот этот вот неправильный. Смотрим, куда он ведет. Он directly connected serial 001. А, все, я понял. Тут проблема с MAC-адресом. Ой, с маской по сети. Какой MAC-адрес? Вот. Если в таблице сверится, здесь проблема с MAC-адресом. Смотрите. Conf t. No IP. Route. Вот он. Копи. Пейст. Маска под сети наша старая 255, 255, 255, 240. И через порт у нас S001. S001. Все. Мы этот новый пирот сделали, удалили этот роут. Теперь мы все оставляем такое же, только меняем маску под сети на 128. И no убираем, понятное дело. Вот так. Все. Мы его изменили, получили плюс баллы и исправили еще одну проблему. То есть проблема была в маске под сети. Можно еще раз, кстати, прописать. Ладно. Do show IP route. Вот он у нас был. Слэш 28 стал слэш 25, как видим. И баллы добавились, теперь можно пинговать, если у вас один из пингов не работал через... Так, с ПК-3. Так, дальше. Дальше еще две проблемы, они в IPv6. Так, смотрим R2. В R2 у нас show IPv6 route.
do, так как я в конфигурации. Так, do show IPv6 route. И смотрим. Вот с вот этим вот проблемой, если я правильно помню. Секунду. 2011.64. Угу. Ладно, давайте. No IP route. Опять, как всегда, удаляем IP route. Вот этот копируем. Copy. Paste. Новый IP route. И потом вводим, через что он идет. Он у нас идет через вот это вот. Copy. Paste. Все. Делаем no. Ему что-то не нравится. А, ну да, no IPv6 route. Это же IPv6. No IPv6 route. Все. Так, мы удалили этот route. Теперь что мы меняем? Мы меняем... все, вот тут вот DB8. Тут опечатка. Ну, когда вводили конфигурацию. Конечно же, это специально, но, допустим, опечатка, то есть DB8 у нас везде, а тут DB6 было. Все. Вводим. Ну да, no matching route, потому что такого и нету, хотя должен быть. Поэтому no стираем, все. Задали новый route. Получили баллы, исправили еще одну ошибку. И осталась одна последняя ошибка, она у нас на R3. Давайте я вот так вот перемещу. Мне так удобнее. Так. Опять show IPv6 route. Do, потому что мы в конфигурации. Так, do show IPv6 route. Смотрим. Здесь вы просто не найдете одного пути, который должен быть. То есть вы смотрите все static роуты и одного нету. Поэтому нам нужно его просто добавить. Пишем IPv6 route. И сейчас скопирую просто какой-нибудь, чтобы на его основе, чтобы удобнее. Paste. Так. DB8. Здесь 1. 2 слэша 64. И откуда самое важное? Через S0.0.14. Вот. Invalid. А стоп. Какой 14.1? Все. Извиняюсь. Все. Мы все ошибки исправили. Надеюсь, вы, когда делали пинги и искали сами ошибки, вы не нашли, допустим, какую-то ошибку и теперь смогли ее понять и исправить. На этом все. Пока.